Молодец, приехали. Спасибо вам. Спасибо вам, что вы пришли на этот концерт. Вернее, наверное, даже не концерт в обычном его понимании, а просто, я надеюсь, мы создадим вместе такую теплую, нормальную творческую атмосферу, будем петь песни, читать стихи. Если вас интересует о чем-либо мое необъективное мнение, прошу присылать записки, с удовольствием постараюсь на них ответить. Сегодня будут просто песни, песни... Вы не видите здесь ни барабанов, ни никаких других труб. И это будет вечер, вот видите, здесь лампа, как бы мы пытались создать какую-то кухню, из которой мы все вышли. Вспомните эти посиделки, песни под гитару или под гармошку. Я сегодня буду петь песни старые и совсем новые. Вот у меня здесь листочки. Я еще слова этих новых песен, которые сочинил, не выучил. Но все на ваш суд. Мы сейчас с группой ДДТ много и долго и упорно репетируем, готовим новую программу, большую концертную. Поэтому ребята не смогли приехать, они репетируют. Но я вот вырвался благодаря вот Володе Мирошниченко, фирме «Мир», да. Ну что же, не буду долго болтать, мы начинаем. Собрать бы вместе радостные кухни, где мы шумели долгими ночами, где чутким пониманием угощали нас верные и преданные духи. Эй, домовые многоглазых зданий, как вас немного, добрые, осталось, необходимая для нас большая малость во времена изрезанных скитаний. Мне обычно ночами не спится. Я, наверное, ошибка природы. Я как старая нервная птица, никому неизвестной породы. И на кухне уютной, как в клетке, чищу перья, кося мрачным глазом, наблюдая в окно за соседкой, что целует кого-то под вязом. И хоть дверца у клетки открыта, я боюсь, что летать разучился. Все мечты, как она, из корыта, находить для себя научился. А на кухне спокойно и тихо защитят эти толстые стены от любого нежданного лиха, от любой роковой перемены. И налив третью чашечку чая, прижимая спиной к батарее, вспоминая о вас, чуть скучаю, но уже ни о чем не жалею, пью чаек и смеюсь над соседкой. Эх, дуреха, рожать-то не сладко. Таракана вдруг шлепнул я метко, но раздавленный смотрится гадко. Следующая песня старая-престарая. Я получил эту роль. Песня «Некое такое мироощущение» 1984 года. Твое и мое.
Я получил эту роль, мне выпал счастливый билет. Я получил эту роль, мне выпал счастливый билет. Вопрошаем отцов, но не легче отстроенных речей не собрать и частичный ответ из подержанных фраз. Их тяжелая юность прошла вдалеке от вещей, тех, которые так переполнили доверху нас. И когда нам захочется громко и долго кричать, вся огромная наша родня умоляет молчать. И частенько не верит богов, сыновья пропивают награды примерных отцов. В суете наступает совсем одинокая ночь. Лезут мысли к третьем конце, им уже не до сна. Но на следующий вечер приводим мы то, что не прочь. И тихонько сползая с постели, отступает война. Я получил эту роль, мне выпал счастливый билет. Я получил эту роль, мне выпал счастливый билет. Эфемерное счастье наполнило медом эфир. Славим радость большого труда, непонятного смыслом своим. Славим радость потерь по малейшему поводу мир. И уже лучше не думать, что завтра настанет за ним. Безразличные грезы, прощаясь одна за другой, улетают навечно покинув. Тянут песни, как деды жили,
сами мрачно, а да под дну берегут до первой смерти, отпевают до второй. Всех святых распяли черти, Бог он видно выходной. Все не власть, да все досада, света тьма, а света нет. Завели хмыри в засаду и пытают столько лет. Днем со свечками искали выход в мир, где все не так. Дырок много, все слыхали, а не выскочите никак. Там, где тьма стоит у света, там, где свет всегда у тьмы, от советов до совета бродят странные умы. Волосатыми глазами шьют дела, куют детей, запрягают летом сани и похожи на людей. Эй, прокашлимся, живая, спой не громко под луной, как я на груди сарая спал счастливый и хмельной. Снились времена другие, мир без дури и войны, девы стройные, нагие, парни трезвые умы. Что принес благие вести пьяный ангел на крыле? Все мы на перине с песней строим небо на земле. Луна зевает на тропаре, комета подметает лед, собачка воет на фонарь, сижу в снегу, как идиот. Мне чудится, будто открылся мне Будда. Бреду по бесплодному грязному лесу, грызу с голодухи костлявые ветки, лосиные мухи терзают завесу реальности в самострадающей клетке. Падшие ангелы спят в моей шкуре, страх, рефлексия, охотники, волки сшибают рога. Я читал в партитуре про свободную жизнь и зубы на полке. Я сижу на снегу, в хлев манит теплый бес. Пардон, не смогу, сбегу. Я выбираю лес. Песня тоже новая. Называется она «Метель». Не пропади, но растай.
ищу землю фонари. К небу тянется свеча, на снегу следы зари. Крылья падшего луча. Я забыл представить, но я думал, что все его знают. Никита Зайцев. Бессмертный скрипач, гитарист группы ДДТ. Мы очень переживали с Никитой. Наша сборная проиграла. Прикинь. Да. Надо меньше есть хот-догов. Вот жрали бы наши пельмени, выиграли бы точно, да. НХЛ, НХЛ, блин. А Никита, кстати, у нас не только скрипач, он хоккеист, он играл в СКА, с Касатоновым, да, и так далее. Хоккеист тренировал. В общем, ну видно по заточке, да, такой. Нормально. То ли с клюшкой, то ли с скрипкой. Ну, поехали. Кабацкой угодил под колесо.
я зарезан без ножа, и я прострелен, но не пулей. Вы мою свечу задули, осень темная душа. С неба рвет хмельная муть, для чего ему я каюсь? Скоро верую, отмаюсь, вместо крови в жилах ртуть. Поэтичность языка, легковесная химера, этой дряни нету дела до осеннего меня. Ну давай соло. Прочный с трудом солнечный.
пшеным лугам, превратившись в пар, с ветром полетел к неизведанным мирам. Зимой 95 года. Очень рад их слышать и видеть в этом зале. И печально, конечно, хотя воспоминания, конечно, очень тяжелые. От всего от этого хочу спеть несколько песен, которые написались в результате вот моих каких-то поездок, да, встреч с людьми. И прошу вас, как бы нас, в преддверии праздника, тем более Дня защитника Отечества, помянуть ребят, которых нет с нами, которых наше полутрезвое, скажем так, правительство послало, нифига не понимая, вот на эту бойню. И смеяться грешно как раз. Да. Умирали пацаны, страшно. Умирали пацаны, просто. И не каждый был снаружи прекрасный, и не все были высокого роста. Но когда на меня смотрели эти пыльные глаза человечьи, не по птичьи, да не по овечьи, по-людски они меня грели. А я им пел рок-н-ролльные песни, говорил, все будет нормально. И я кричал им, что мы все вместе. Да как-то слушалось это банально. Чем ближе к смерти, тем чище люди. Чем дальше в тыл, тем жирнее генералы. Здесь я видел, что может быть будет с Москвой, Украиной, Уралом. 18 лет — это немного, когда бродишь по Тверской да без денег. И немало, когда сердце встало, а от страны тебе пластмассовый веник. Она поет им рок-н-ролльные песни, говорит, все будет нормально. Она кричит им, что мы все вместе, да звучит это как-то банально. Умирали пацаны, страшно. Умирали пацаны, просто. И не каждый был снаружи прекрасный, и не все были высокого роста. Не пройти мне ответу, там, где пули вопрос, где каждый взгляд миллиметр. Время пять папирос, мертвый город хоронит свои голоса, потерялись и бродят между стен небеса.
а Рождество наступило. В подвале темно, сколько душ погубило. Напротив окно я забыл, что в природе еще что-то есть. 6-го приняли роды, без 6 минут 6. А на утро выпал снег, после долгого огня этот снег убил меня, погасил короткий век. Я набрал его в ладонь, сплюнул в белую грязь и пыль. То ли небыль, то ли пыль, то ли вечность, то ли вонь. Этот город разбился, оно не стал крестом. Павший город напился жизни перед постом. Здесь контуженные звезды новый жгут Вифлеем, а на пеленке березы. Руки, ноги не всем. С Рождеством, ваше железо, повязка бинцом, медсестра, мать Тереза, симпатичным лицом. Прошлой ночи, как шорох, вспоминались дни, как мы задернули шторы, как мы были одни. А на утро выпал снег, после долгого огня этот снег убил меня, погасил 20-й век. Я набрал его в ладонь, сплюнул белую грязь и пыль. То ли небыль, то ли пыль, то ли вечность, то ли вонь. Не пройти мне ответом там, где пули вопрос, где каждый взгляд миллиметром. Время 5 папирос, мертвый город с пустыми глазами за мной. Я стрелял холостыми, я вчера был живой. Немножко начинается гул, да, такой в зале. Этого не надо делать. Вот, следующая песня, она из новых, о том, как наши пацаны в рай отправились. Просвистела и упала на столе. Чуть поела, а да заснула на зале убитых песен. А да мне нечего терять, мир так тесен. А дай-ка, брат, тебя обнять. Надави бы
смертно питает часто смерти, от сгоревшего не жаль, а в чистом поле ангелочки-васильки, а мы на воле, и нет ни гари, ни тоски. Здесь не срам, чего страдать, рай не слякать, вьюга наша благодать. Закончили войну, да как сели, мы на родине в плену. Поможет как-то их сюда до стола донести. Стол нормальный, сукно мне отбитый, графина нет. Так что все в порядке. Ну, зачем они? Ну, может быть, что-нибудь интересное. Сколько про то, сколько у меня холодильников, унитазов. Ваши крылья.
молчал. Парость вышек огня, там эти дни. Тексты оттуда. В чем заключается твоя роль? В том, что я ее не имею. Я не артист, ни театра, ни кино, ни балета. Просто пою песни о том, что вижу, как Чукча или еще кто, Татарин. Езжу себе по дорогам и поет. Мы вчера ехали в Орскую, вот это вот. Сара, да? Ох, и гиблое место, Сара. Ох, и гиблое место, да. А ямщиков-то сколько по дороге, замерзающих со своими ямщицкими песнями. В той степи глухой, и так далее, да. Вытаскивали машины всю ночь. Ну, доехали. Ну, место, конечно, сарай я запомнил. Так что вот так. Вот оттуда и песни. Так, огромное спасибо, что вы приехали. Спасибо большое. Очень много у вас песен, ага. Которых нет ни на одном магнитальбоме. Тоже верно. Ну, все не успеваем записать все песни. Хотя вот завтра вы можете... А ТВ-6 здесь показывает, да, Москва? Вот завтра концерт акустический, вот такой же, который сняли в Москве и в Питере, он будет завтра показан. Какие-то вот эти песни, они, ну, записали их, в общем, так, все. Вот, почему бы вам не собрать их? Да, ну вот, я уже ответил, да. Все уже собрано. Нетрудно. Понял. Конечно. Ну это уже не проблем. А правда, что вы работали пожарным? Правда. Серьезно, работал пожарным. Я сам родился на Колыме, в поселке Ягодном, да. Потом жил. Но у вас не хуже. Вот. Работала мне. Нижнеколымск пожарный, да, 3 пожара потушил лично. Самый последний пожар, в котором я принимал участие, в погашении, как бы, очага, это сгорело общежитие пожарных. Правда. Все перепились и сгорели. Огромный привет от ребят с Бузата, Уфа. Уфе огромный привет, Уфа рядом. Ну вот, потом я жил на Кавказе, потом в Уфе, конечно, и в Уфе очень много. Связанные, в Уфе родилась группа ДДТ, вот, и Уфе большое спасибо, может быть, я заеду и в этот раз тоже. Там живет мой отец, сестра. Юрий, хотелось бы узнать ваше мнение о группе Агата Кристи.
Ну, а как, какое мнение? Ну, дай им Бог здоровья. Поменьше, пусть... Пусть, но мне кажется, им надо пресс подкачать там. Немножко их так раздуло. Ну, так, нормально, слушай. Ну и немножко как бы повеселее, что ли, это уже будет. Кокаин, кокаин. Юрий, как вы относитесь к творчеству Виктора Цоя? Хорошо очень отношусь. Виктор Цой – это... Ну, это действительно герой, что же, его жизнь, его смерть. Но все это очень органично, он был очень органичный человек такой. И тексты у него отличные, и песни хорошие от души. Дай Бог ему Цоя там, чтобы все в порядке было. Да. Ну, Саша Башлачев, это, я скажу, то, что я горжусь, то, что мое поколение, вот, которое я представляю, вот, родило такого поэта, сильнейшего поэта, чьи стихи, конечно, они служат, может быть, даже некоторым оправданием, что ли, вот, нашего времени. Это гениальные стихи, не боюсь этого слова. Недавно в Питере мы устроили, вот 3 дня назад, как вечер памяти Сашбаша. Его так все звали, Сашбаша. Очень хороший вечер получился, такой живой, теплый. Приходили ребята, пели песни под гитару. Ну никак, вот, не то, что попса устроила у Владимира Семеновича, конечно. Да, это было чудовищно, и, конечно, мы там не принимали участие, потому что поп-музыканты, они... Но они еще раз доказали, что они... Ну как, они сами... Не надо хлопать. Они просто... Я говорил уже сегодня об этом. Они считают Владимира Семеновича артистом легкого жанра. Вот. То есть, ну, по своим, как бы, мозгам. И они это доказали, как они видят мир, еще раз. Ну, слишком, мне кажется, легковесно. Владимир Семенович был мощнейший поэт, и он действительно и большой человек, да, и знал, что такое трагедия. Спасибо. Дальше, да. Спасибо вам. У кого это все? Предыстория песни «Я белая птица». Очень грустная предыстория, очень личная история, я не хотел бы... Вы меня, надеюсь, простите, поймете об этом говорить. Еду я на родину, это мы споем, может быть, попозже. Споем, да. Ну, все вопросы, да? Вот, в новой программе, над которой мы работаем сейчас, 18 новых песен, это немножко другие песни, они такие рок-н-ролльные, там масса какой-то образной музыки. Ну, вот, пишутся и такие песни. Гитара. Живу я в деревне, как правило, работаю. Ну, не хочется, суета мешает, да, сидишь один в лесу, вот, действительно, в снегу, как идиот, и пишешь свои идиотские песни. Ну, а как бы вот... Песня такая. Про то, как мы сейчас живем, вы все знаете. И что тяжело жить, и билеты дорогие на этот концерт, конечно, вы же меня простите. Вот, и песня про то, как в нашей деревне Лебедевка чуть было не наступил конец света. 3-е сутки воет собака, как взбесилась, не ест даже хлеба, хвост поджала, хрипит от страха. Смотрит то на меня, то в небо. 3-ю ночь я не сплю, страдаю. Воет стерва за слез до пены. Деньги все закопал, ожидаю от соседей любой измены. Что это бабки хвалят здоровье? Проверял мент в паспорте номер. Может, спит у меня малокровие, странно воет, а хозяин не помер. Да живу я еще, уроды, все стоит, не хрипит, не ноет. Пристрелить бы
прорезает круги довоет. А может, выдадут всем зарплату. А может, в плен нас возьмут японцы. Да, мечтает, что живет стекловату. Тут еще чьи-то пятна на солнце. Скоро будет война, гражданка. Рвет армейский дружок хмелея. У него в сарае тачанка. Накопал паразит трофеев. Что же, раз так, я готов. Давайте нам ли слепнуть к концу этого света. Запрягай, образа снимайте. Грянем псалмы, раз песня спета. На четвертые сутки устала. Подбежала хвостом Веленова. Как ты, сука, меня достала. Ты опять всех нас обманула. Вот еще одна песня, тема которой никогда не устареет. Называется она, очень старая песня, «Я завтра брошу пить». Никита. Я выдавлю прыщи и батлы постригу, тройной одеколон для рожи сберегу. Гастроном с утра войду как человек, и корешам назло на торте выбью чек. И с этим вот тортом пойду к себе домой, а Клава дверь открыв воскликнет: «Станем чай мы пить, газетки вслух читать, а Клава, может быть, с собой положит спать. Ах, Клавдия моя, как я тебя любил, от этих чувств больных, быть может, я и пил. А дальше все пойдет, как в фирменном кино. Куплю машину я, обои и трюмо. Общественный завод, сам по суде не пью, посадит за столом, как своего судью. И вот я в начальничках, можно сказать, депутат, и на собственной «Волге», да по Красной площади. И вот на «Волге» я хочу к себе домой, а Клавдия то раз вполне все хочет этой, как ее, икрой. Горит цветной экран, хрустит в арте. Настанет, мужики, счастливая пора. За! Это же не грех, сегодня выпить нам. Налей-ка, Вась, еще мне красенькой 100 грамм. Давай, деревним Коль, мы за мою судьбу. Да за такое ведь я белую возьму. Эта песня «Одна не ходит», конечно, и взгляд на ту же тему с альтернативной стороны женской.
Я, конечно, не Пенкин, но постараюсь войти в роль. Монолог дамы называется «Монолог в ванной». Душистым шампунем. Чуткие ножки цвело от тоски, сердце дымит без огня. О, как не хватает могучей руки, чтобы крепко потерла меня. Да мальчики, 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 где вы, Ромео, живете? А верные, добрые, чуткие мальчики, что же вы так много? Недавно ко мне принесли жениха, он был, как всегда, грозился кому-то пустить потроха и а-а-а-а, мой диван. Всю ночь он хрипел, очнувшись чуть свет, стал с ревом терзать мою. Она требовала мне нелюбовных утех, а рубь на кошмарную. Скоро от этих мучений помру, так и не успев полюбить. А мальчики, 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 где вы, Ромео, живете? А верные, добрые, чуткие мальчики, что же вы так много? Ну, тут еще немного записок прочитать. Конечно. Хорошо. Общение. Так. Юрий, вы раздаете автографы. Ох, я бы нашел бы могилу этого автографа. Который эти автографы придумал. Ну что же, назвался Груздин, полезай в кузов. После концерта, пожалуйста, любые автографы, все, что хотите, пожалуйста. Юра, спасибо за осень. А где же Иван Иванович умер? Так он, Иван Иванович, на кладбище. Где же бы еще быть? Привет от Орских пожарных. Спасибо за песни. Мы вас любим. Орским пожарным привет. Желаю творческих успехов. Спасибо большое. На память сфотографироваться после концерта с удовольствием. Юрий, все классно. Спасибо. А что это? Наверное... Да, почерк. Жизнь. А, зрительный зал. А, я понял, наверное, зрительный зал для вас толпа или это глаза в глаза? Ну, конечно же, не толпа. Ну что же вы? Спасибо. Нет, ну а как? Ну неужели это не видно? Конечно, глаза в глаза, и мы специально немножко в зале свет оставили, чтобы действительно видеть, а как вот в яму петь, в черную, ну это не то. И, ну как вот можно, я вообще плохо умею разговаривать с людьми по телефону.
Я так отвечу, да, не видя глаз. Спасибо вам. Юрий, ваши песни обладают... Спасибо. Как рождаются ваши песни? В муках или нет? Я зарение слышу. Да, по-разному. Бывает, что беременный даже не 9 месяцев. Так бы ответил. Юрий, почему вы не участвовали в концерте Высоцкого? Я уже ответил. Почему? Так, если взять одну и ту же черту характера, то как она проявляется у людей разного пола? Как вы думаете? Одна и та же черта характера, честность мужчины и честность женщины. Я понял, да. Одна и та же черта характера у людей разного пола в одной постели. Я думаю, существует семья, и эти черты характера уживаются в одном доме, в одной постели, в одной жизни. Почему нет? Нормально все. Вот когда бывает так, что семья состоит из разных характеров, но одного пола, тогда, наверное, меньше сочетается. Спасибо. Что вы скажете о группе «Калибри»? Что нового на улице Рубинштейна? Стоит улица Рубинштейна, рок-клуб превратился в такой клуб, где можно попить пивка и послушать музыку. Конечно, не то, потому что рок-движения все-таки нет, чего ж тут говорить. Потому что нет такого объединяющего начала, каждый идет своей дорогой. Это тоже нормально, это воля времени, жизни. Жаль, конечно, ностальгировать-то. Мне кажется, ностальгировать не нужно. Нужно жить настоящим днем, тем более, если ты... самое главное, то, над чем ты думаешь сейчас, а не то, что было, не то, что будет. Есть старая поговорка, я сегодня ее говорил, но вам, если хотите, я повторю, моя любимая поговорка. Ага, спасибо, господин почтальон. Если ты стоишь одной ногой в прошлом, а многие, да, согласитесь, вот у нас в стране живут в прошлом, их думают, раньше-то, порог 20, я на 20, по 3-80. 62, да, а другой ногой в будущем тоже очень много людей в нашей стране живут и думают, сегодня так потерпим, а вот завтра-то, конечно, да, будет коммунизм, рай, деньги посыпятся, еще что, начальник будет умный и не вор, еще что-нибудь, да. Так вот, кто стоит одной ногой в будущем, другой в прошлом, тот писает на настоящее. Ваше отношение к туру? Ты в сетиры залазил, народ удивлял, как отличная улыбка, не целясь на вскидку и в лед, а кругом говорили, вот парни везет, не стреляй! Зима на спине, я не стар и не молод. Ночь похожа на лифт, в котором умер поэт. Я по уши сыт, да разбудил меня голод. Руки чувствуют пульс, я зеваю на свет. Мама, разбуди меня вечером, мама, чтоб я ночь не проспал, мама, я.
никогда не приедут. А ни хрена им не нужно, кроме хлеба и сала.